Ростовский Максим. В компании Skyros я занимаюсь руководством проектами по разработке наших систем. Сегодня мы представляем на выставке нашу новую систему Videonet 9. Videonet 9 отличается от предыдущей системы тем, что это первая система с поддержкой 64 бит. Это новая архитектура с разделением на процессы, где есть стабильное микроядро с функциями записи работы машины реакции по системе хранения и дополнительный набор функций. Также у нас есть среда конфигурирования, среда наблюдения, среда аналитики, среда мониторинга и диагностики. Набор этих сред позволяет решать все задачи видеонаблюдения. Здесь у нас на стенде представлена среда конфигурирования, где вы удобно можете конфигурировать ваше оборудование. На соседнем мониторе среда видеонаблюдения. Также есть среда аналитики для удобного поиска по архиву. И среда мониторинга для диагностики и мониторинга ваших удаленных видеостанций. В общем-то, все.